порой необоснованно растут цены и не связаны ни с какими там ростом рубля или падением доллара, вот это проблема. И решить эту проблему, к сожалению, никто и никак не может. Потому что этот процесс регулирует только рынок. А мы живем сегодня в рыночных условиях. В этих условиях живут все. И я понимаю, что сегодня очень многим, практически всем, придется затягивать пояса, более детально считать, смотреть. И, наверное, очень многие из того, что могли позволить себе раньше, сегодня этого позволить нельзя. Таково время жизни. И если кто-то пытается что ничего не случилось, и что у нас тут все окей, я не разделяю этот восторженный оптимизм. Я понимаю, что все, что происходит вокруг России сегодня, как раз и направлено на то, чтобы были созданы такие условия. При этом вы сами понимаете, что это накладывается на тотальную коррупцию, которая среди чиновников, правоохранительных органов есть. И зачастую простому бедному человеку вообще очень сложно. Но в то же время могу вам сказать, сегодня у того, кто живет по принципу капитана Клинцевича, под лежачего лейтенанта, кизлярский коньяк не течет, а немножко шевелит булками своими, он добивается очень много. Поверьте, и даже это сложное время.